Этого дома ждут больше полусотни обманутых дольщиков, и скоро они получат свои квадратные метры. В Ярославле заканчивается строительство проблемного дома компании Су-155 в Дядьково. Сегодня ход работ проверили областные власти. Возводить многоэтажку начали в 2014-м, годом позже строительство встало. В отношении застройщика открыто конкурсное производство. И только в 2017 году на этой площадке вновь появились рабочие. В течение месяца дом обещают сдать. На сегодняшний день правительство области непосредственно по этому объекту построило подъездную дорогу, тротуар, подвело освещение. В ходе проверки были выявлены мелкие недочеты. Лифтовая конструкция не готова к сроку, есть сложности с поставкой напольного покрытия. Однако подрядчик обещает все вовремя исправить. Пока усиленными темпами, то есть у нас сроки никто не отменял. То есть там в августе месяце мы планируем предъявить дом. Еще один Су-155 в Ярославле должны закончить до конца года.